Вот что такое VIP, друзья мои. Еду по базе на машине. Вот, кстати, тут раритет наш, Ваня. Это тут был бар. В общем, сейчас я запиливаюсь тут на стоянку. Видите, тут старинные тут ворота, все. Ну, потому что я у друзей в VIP-домике. Вот мне VIP-пропуск прямо на базу. За шлагбаум. Полнейший шик. А это ты куда проехал? Ну вот мне сказали здесь вставать. Здесь я, кстати, брал кирпич. О, смотри, видел? Чё вообще? Я тут и не замечал такое. Ну тут всякие раритеты стоят. Вот. В частности, говнокачка. Старая. Так. Это я уперся в куст. Ну что, как вы думаете, на жаре тут испортятся арбузы? Не испортятся? Сейчас их забирать или потом? Так, ладно. Вылезаем. Переставились. Будет. Нам нужно с вами вести активную жизнь. Так. Ты, моя хорошая, стой. В полном почете, в каком? Вообще моя машинка заслуживает того, чтобы просто стоять на крыше дома. О, это что такое, Тесла, что ли, новая? Или что это вообще? Офигеть, да? Ну да, по-видимому. Модель S.